желать хорошего воскресного дня. Не переживайте, карманы ваши затрагивать не буду. Хочу немного более глубже что-то сказать. Слово Божие говорит, Новый Завет говорит о том, что все люди согрешили, лишены славы Божией. За наши с вами грехи Христос пострадал на кресте. Он пролил святую кровь за тебя, меня, дорогой человек. Он заплатил на кресте за каждого из нас. Если мы уплату Христа принимаем, каемся в своих грехах, Христос грехи прощает. Если мы Христа отвергаем, самим придется платить за все свои грехи. Иисус не только умер, Он воскрес, Он есть живой. На Пасху многие из нас говорят, воистину воскрес. Даже порой атеисты и те подтверждают, что воистину Христос есть живой, которые себя так называют. И Христос говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в Слово Божие, читайте Слово Божие, молитесь за наших воинов, за сбройные силы Украины. Молимся за воинов, молимся за них. Молитесь, пусть Бог благословит вас, Боже, благослови всех людей, кто здесь есть, помилуй, спаси, Господь, благослови Украину, защити, помилуй, благослови сбройные силы Украины, которые сегодня защищают нашу страну, Боже, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Пусть Бог благословит вас и хранит. Кто желает, я могу вам бесплатно подарить Новый Завет. Кого, может, не могу бесплатно. Если... Новый Завет, да? У вас есть? Да. Можно для моей жены? Спасибо. Все. Бережи вас, Господь. Я выпучаюсь.